дворец. Его строительство началось в 1421, расширяя в 16 веке с большой башни по проекту архитектора Монтани. В 1831 году поселились в территориальный суд, который в 1922 году стал совет провинции. С 1947 по 1951 года началось восстановление. Это в настоящее время в штаб-квартире генералитета Валенчана, автономное правительство. Архитектура этого здания представляет собой сложное сочетание художественных стилей от готики до хрер, возрождение несколько раз примитивных дом средиземноморской готики с патио и его лестница, пролетов, с оживальной дверью в мезонине, как и фасад, с видом на плечи на мезонине и трибоэлектрические на высоте головы и виндоус под карнизом. Французские окна, двери и углы являются ренессанс и классицизм виндоус на втором этаже. Балюстрада, которой венчает башни, хрер. Новая башня была построена в 1950-х годах, работа Луис Альберт Бальести Россом, который сумел смарт представление нового со старым. Рядом с фасада, что примитивная башня на восток, протянулся небольшой сад, занимает сайт, который оставил старый город-дом.